Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы проявляете довольно серьезную неуверенность в себе. Связана она, скорее всего, с тем, что вы в разводе пребываете какое-то время. Уже. И вам, в общем-то, именно вот ваше пребывание в разводе, ну, может быть, что-то еще более раннее, тут, конечно, можно только гадать, вот. Значит, пребывание в разводе внушило вам то, что вы, ну, может быть, недостойны того, чтобы быть вместе с мужчиной, может быть, недостойны того, чтобы быть вместе с ним, может быть, недостойны того, чтобы вот как-то с ним взаимодействовать и так далее. То есть вы в себе сомневаетесь. Это первое. И причину сомнения, вашего сомнения в себе, нужно, конечно же, выяснять и устранять, потому что, ну, то, как вы ведете себя, это, как вы ведете себя сейчас, это мужчине вообще ничего не стоит просто взять и вас подчинить себя или понять, что вы сами никакого решения принимать не готовы, да, и он возьмет всю ответственность на себя, за вас. И не факт, что у него это получится хорошо. Давайте будем честны между нами. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь очень важно, чтобы вы вот определили для себя. Вы почему так не уверены? Вы почему такую неуверенность транслируете себе, дочери, скорее всего. Вот с чем связано такое поведение ваше? Конкретно с чем? Вы чего-то боитесь, может быть. Вы чего-то опасаетесь, может быть, либо у вас был уже какой-то опыт негативный, связанный вот как раз с данным проявлением мужчины и так далее. То есть, ну вот нужно понять, что заставляет вас быть такой неуверенной, я бы даже сказал, может быть, робкой и стеснительной. А робость и стеснение, они ведь не возникают просто так. И в данном случае ваша робость, ваше стеснение, это результат чего? Это результат непринятия себя. Неуверенности в себе, непринятия себя и недоверия себе. То есть у вас к самой себе нет доверия. Как это видится мне? Почему нет доверия? Это уже вопрос, конечно, совсем другого характера. Потому что вы можете быть неуверенным в себе из-за развода, на вас мог развод повлиять таким вот негативным образом. То есть факторов, в принципе, много. Но одно остается точно. Вы в себе не уверены, эта неуверенность загнала вас вот в такую ситуацию. Это первое. Второе.
Вы живете с мужчиной, который откровенно, очевидно совершенно, использует ситуацию, которая вот у вас произошла, для того, чтобы быть к вам ближе. Ему нравится это, его устраивает это, он хочет быть с вами, он хочет, чтобы вы были рядом. И, в общем-то, это очевидно. И если мужчина к вам приятен, если он вам нравится, если он уважает вас, уважает вашу дочь, если он там бережно относится к вам, бережно относится к дочери, так вопрос тогда, а зачем сюжет? Но вы наслаждаетесь тем, что есть сейчас. Вы наслаждаетесь тем, что вам мужчина сейчас дает. Вы принимаете то, что он дает, потому что вы друг друга знаете не так давно еще, да, чтобы он, ну, чтобы требовать от него какой-то определенности, чтобы давить на него. Вот. Вы поживите, пока видите, что ему не в напряг. Вот. А потом, если вот, все будет в порядке, значит, вы у него спросите прямо. Вы у него спросите прямо. Тебе нравится с нами жить? И пусть он ответит вам правду. Если ему нравится с вами жить, так опять же вопрос возникает тогда, если ему с вами нравится жить, так зачем разъезжаться? Понимаете ли вы, что сейчас, если вы будете поднимать вопрос о переезде, вы просто-напросто покажете ему то, что не заинтересованы в нем. Вы ему покажете, что вы не хотите быть с ним. Вы ему донесете вот эту мысль. Я не думаю, что вы этого хотите. Я не думаю, что это то, что действительно, это то, в чем вы нуждаетесь. И поэтому рекомендую вам не торопиться. Не спешить, а адекватно просто смотреть на ситуацию. Как она складывается, ситуация, как она образуется и так далее. Ну и о себе, конечно, не забывать тоже. То есть смотреть, вот как именно вам нравится или не нравится то, что происходит. Если нравится все, если устраивает все, так зачем тогда уезжать? Вы же сами понимаете, что таким образом можете обидеть мужчину. Вот. Так что не нужно этого делать. Не нужно торопить события, не нужно стремиться к какой-то определенности. Мужчина, он явно вам симпатизирует. Вы сами сказали, что он настроен серьезно по отношению к вам. С родителями познакомил, да, и так далее. То есть с этим проблем никаких вроде бы нет. Ну вот.
Значит, пока ничто не намекает на то, что человек как-то вот негативно к вам относится. И пока ничто не намекает на то, что мужчина вас, например, в ближайшем будущем там из своего дома выгонит. Знаете, он, скорее всего, сам стесняется того, что происходит. Он, скорее всего, сам испытывает неловкость из-за всей этой ситуации. Но предлагать вам какие-то вещи ему, скорее всего, не позволяет, не позволяет этика. То есть он, вот он хочет быть с вами, вроде бы. Он хочет быть с вами. Но при этом, вот он понимает, что, ну, как-то вот еще мало вы друг друга знаете, чтобы хотеть быть с вами. Вы еще мало друг о друге, может быть, знаете. Он боится высказывать вам какие-то свои желания, потому что, опять же, боится, что вы эти желания интерпретируете как-то вот, ну, как-то неправильно, и из-за этого отдавитесь от него. А мужчина этого отдаления не хочет. Понятное дело. Поэтому вот я думаю, что исходить нужно из этого вам. И события ни в коем случае не форсировать. Вот. Не нужно их форсировать, события. Не нужно как-то вот торопиться сразу, чтобы была определенность. Накладайтесь пока тем, кто есть. А дальше будет видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.